Все блогеры рубят бабло, а я решил сделать хорошее дело. Сегодня я вам расскажу, что значит работать в Dixie. Это вставать с первыми лучами солнца и наслаждаться утренним городом. Приходить раньше всех и проверять, красиво ли расставлены продукты на полочках. Улыбаться первым клиентам. Чего улыбаешься-то? Заболел, что ли? Изучать иностранные языки. Отнеси, пожалуйста, ящик на склад. Эльтемос, ящикный склад га огбор. Зур, зур. Карга куш керек? Тугри бурасан, унто манеда. Оп, майн, майн. Возможность клеить девчонок. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Есть наше приложение? Нету. Не проблема. Trying to forget, but you won't let me. Something in my brain. Участие в межгалактической войне. Хорошее воображение. Достойная заработная плата. Товар по акции желаете? Нет. Я угощаю. Весело проводить время с коллегами. Ургентли манашу. Dixie корпоратив тренинги. Те сурода бушлик болема. Сены ижда бушетама. Семис. Молодец. Так что, а? Возможность помогать людям. Танцевать после закрытия магазина. Просто быть рядом, когда ты нужен. А в лесу больше не водились злые волки. Вот что значит работать в Dixie.